доброе утро. Одно дело, если дворники уже постепенно приходят в негодность, и с ними еще можно поездить. Вот у меня история из жизни. Буквально несколько дней назад у меня мама вышла к машине, а дворников нет вообще. Их просто сняли. И вот надо оперативно что-то решать и находить новые. У нас в гостях Дмитрий Гузов, автоэксперт, и прямо сейчас он расскажет, как же все-таки выбрать новые дворники. Доброе утро, Дима. Ну, мы с тобой попроще, потому что тот автомобиль, который есть у Жени, их всего два в городе, поэтому кто да снял ладно конкретно. И щетки Жени на автомобиль найти не так сложно. Шутка. Мы действительно поговорим о щетках, которых великое множество. Есть каркасные, бескаркасные, там какие-то зимние варианты. Поэтому вам слово, Дим. Начнем. Ну, во-первых, разделяются щетки на два типа. Это вот, как я вам покажу, это каркасные щетки. Они имеют железные основания, такие вот коромысла, которые обеспечивают прижатие к стеклу. Но это, как сказать, уже более устаревший вариант. Это вот советский автомобиль. ВАЗовский Жигули, вариант. ВАЗовский. И вот сейчас более современный, который используется на современных машинах, это бескаркасная щетка. Угу. У нее более плотное прилегание к стеклу. Она уже устанавливается на современных автомобилях. А у них как стандартный крепеж у всех автомобилей? То есть нет, любая щетка подойдет? Нет, крепежей довольно-таки множество, большое. Угу. Но в зависимости, вот когда покупаешь щетку, сейчас тоже вам продемонстрирую это. Угу. Вот, беру щетку. С ней вот уже идет набор крепежей разных. Ну, выглядит вот она, видишь, как. Да. Может к тебе подойти, кстати, на тачку. Набор крепежей под разные автомобили идет уже универсально, так сказать. Поэтому, ну, это тоже зависит от цены, смотря какой берешь щетку. Поэтому в некоторых можете, в некоторых нет. Это надо уже в магазине консультироваться. А так сейчас... Вообще у них же очень подойти большой срок службы. В принципе, если ты их однажды поменял, то ты будешь с ними есть не несколько совсем, лет. Не совсем, нет. Щетки обязательно, как бы, желательно менять. Это раз в год. Допустим, так, это можно сопоставить с плановым ТО или заменой резины. Вот как раз под осень лучше поменять щетки, потому что они работают в таких условиях, как раз более зимних, осенних, когда постоянная слякоть, грязь, и им приходится работать в довольно жестких условиях. Да, поэтому... еще плюс наледь на стекле появляется. Да, наледь, и лучше обновить вообще щетки перед зимой. Вообще щетки как расходный материал, правда же? Да. Как только они начинают жирить стекло твое, ну вот когда мы протираем щетки, да, и они оставляют после себя так называемый жирный след. Ну, полосы. Да, полосы. Это первый звонок о том, что пора сменить. Вы знаете, есть такие водители, но мало того, которые машины внутри вообще никогда не моют. Это я сейчас говорю, когда приходится пользоваться такси, да? Так вот, едешь в дождь, и вот у нее работают щетки, и вот они как смахивают, так замахивают обратно. И все стекло жирное. То есть мало того, что от капель-то они спасают, да, но при этом ничего хорошего они не дают. Ну, помимо того, они еще портят. Стекло царапают. Ну, менять их надо регулярно. А вот у меня вопрос. Менять их сложно? В принципе, девушка, нет, например, может с этим справиться? Вот я вам даже сейчас продемонстрирую. Вот как меняются они очень просто. Запоминай, Жень. Запоминаю. Когда найдешь. Опа. Вот старая снята. Берем новую щетку. Оп. Ну, так-то выглядит все вообще совсем просто. А так и есть. Вот, видите, крепление не подходит. Поэтому... Поменяем. Да. Подмерили, не подошло. Берем вот крепление. Холодно. Снимаем. Раз, два. О, видишь, как оно? Чик. Угу. Перевернули просто его. То тут защелка есть. Крепление просто, да, перевернули. Угу. И все, и новые щетки. Вот кто-то счастливый обладатель вот этой красивой машины поедет сегодня с новыми щетками. Кстати, цена щеток, она настолько варьируется, да? О, да. То есть можно купить комплект как за 2000 рублей, так и за 400, да, наверное, да, да? Но чем дороже, тем они менее шумные, правда же? Ну, не всегда, но в основном, да. Зависит стоит вообще от... на них экономить? Или ну, самую дешевую тоже не стоит брать, надо смотреть на производителя. Ну, как обычно, все решается на тесте. Можно попасть и на дешевые хорошие щетки, а можно и дорогие взять, они ничем не будут. Это же не тормозные поступать колодки, какая в них безопасность? Ну, слушай, ну тормозные колодки тоже можно покупать не оригинальные, да, какие-то там другие. Просто безопасность протирки стекла, опять-таки, да? Состояние, состояние резины, сам состав резины. Также не забываем, вот это защитная, снимается, да, ну, это понятно снимается. И все, и вот. Ну и все. Заводи, все заводи и уезжай. Также еще стоит отметить, боюсь, вот что хозяйка сам потом будет ругаться. Всем довольно, ну кто неопытный водитель, как выбирать дворники, это вот даже вот с Милом был такой диссонанс небольшой, как выбрать дворник. Вот, замеряете просто длину самого стеклоочистителя,
и под. Вот на каждой коробке либо в дюймах, либо в миллиметрах, да, указано вот. Какая нужна именно, да, такая, вам, да? Такая длина нужна. Но вот эта, вот, по-моему, да, здесь стоит чуть вот покороче, чем вот, которая вот, задела. Коротыш, да, всегда стоит, да. Дворники не на всех машинах одинаковые. Вот 35, вот здесь указано. 15 дюймов, 350 миллиметров. И вот так приходите. А, так в коробке один? Да. Я, да, думала, их, ну, комплект идет. Ну, я, нет, была уверена, медведь, что их надо два. Вот, значит, нет, каждый дворник вам по одному. Именно так. Дмитрий Гузов, наш автоэксперт, был на сегодня в гостях. Готовьте свой автомобиль к зиме. Поменяйте щетки стеклоочистителей, если они пришли уже в негодность. Все, закончили.